Всем привет, с вами Андрей Файв. Практически все рубрики на своем канале начинал именно так. Сегодня я хочу раскрыться перед вами с новой стороны, предстать более серьезным, более зрелым, что ли. С сегодняшнего дня я открываю новую рубрику на своем канале, которая будет интересна, если не всем, то большинству. А связанные видео с таким аспектом, как семейная психология, и в частности будет затронута тема отцовства. Даже нет, не так. Мои видео этой рубрики будут посвящены именно моему опыту отцовства, радостям и трудностям, с которыми нам с женой, как молодым родителям, пришлось столкнуться, какими-то плюсами, какими-то минусами, что я отметил для себя и так далее. Пожалуй, расскажу немножко о себе. Меня зовут Андрей, мне 26 лет. Я из славного города Воронежа. Моей супруге 21 год. Нашей славной дочке, принцессе Софье, 7,5 месяцев. 10 января ей будет 8 месяцев. И поверьте, это уже значительный срок, чтобы разбираться в каких-то тонкостях и вопросах. Данное видео я хочу сделать ознакомительным, в общих чертах, и рассказать вам в своей рубрике о моей семье. Видео будут выходить еженедельно, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. Также жду под этим видео вопросы, которые будут посвящены первому месяцу жизни детей, чтобы рассказать более подробно и ответить на все ваши вопросы, которые вы зададите. Так как у нас на носу новогодние праздники, видео выйдет, скорее всего, 10 января, и я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы. А на сегодня всем пока. Пока-пока.